Еще в школе нам рассказывали про различные реакции в веществах. Например, при растворении сахара в горячем чае часть тепла поглощается и чай остывает. Но, естественно, это совсем незаметно. А при горении дров в костре тепло, наоборот, выделяется. Но знали ли вы, что при замерзании вода не только увеличивается в объеме, но еще также выделяет тепло? Ученые Якутского института мерзлотоведения имени Мельникова Суран Якутск разработали и запатентовали высокоэффективное устройство для стабилизации температуры в закрытых помещениях. В основе устройства лежит простой принцип. Летом лед в аккумуляторах тает за счет тепла солнечной энергии, а зимой выделяемое при замерзании воды тепло обогревает помещение. Специалисты возвели специальный гараж, установив вдоль стен водяные аккумуляторы, металлические резервуары с водой. Испытания шли в течение 2 лет. Испытания показали, что накопленная в воде тепловая солнечная энергия является эффективным источником для отопления помещений в сурово-климатических условиях.